Антон, по горячим следам. Такой напряженный поединок. Что, просто не повезло в конце? Соперник перестроился. Когда я повел 10-3, хотел быстрее бой закончить. Опустил Крюкова и потерял нить боя. Соперник, наверное, прихватил инициативу и поймал, наверное, как бы кураж. И вот начал укол за уколом отыгрывать преимущество. В итоге отыграл преимущество. Довел бой до приоритета. Я думаю, ему было проще, потому что психологический фон, наверное, у него был на подъеме. Я, короче, не знал, что делать. По ощущениям, еще силы остались, если, ну, максимум, какой бы свой сегодня мог показать? Я не знаю. По ощущениям, мог бы разные. Сегодня выиграть? Не знаю. Сложный вопрос. Проиграл за 4. Мог выиграть за 4, но проиграл. Я сделал вот все возможное, что мог. Выложился на 100%, или есть ощущение, что мог бы еще что-то? После боя всегда кажется, что сейчас бы я вышел и сделал бы по-другому. Нет, ну когда выигрываешь, такого не бывает ощущения. Да. Так что все уже, соревнования лично для меня прошли, сейчас нет смысла об этом. А сетка сегодня сложная была? Ну, мне повезло с сеткой. Проиграл Коля Новоселов, действующий чемпион мира. Фехтовал я с финном 1-8. Ну, первый бой был неприятный с китайцем. Китаец такой неплохой был. В принципе, повезло. По сравнению с остальными, наверное, мне больше повезло с сеткой, чем с другими. Еще есть? Спасибо.